Готовность 50%. Накануне глава регионального Минтранса проинспектировал мостовые сооружения. Уже второй год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в области ремонтируют аварийные мосты. Это мост через реку Кандала в селе Малая Кандала Астраманского района. Он введен в эксплуатацию в 1989 году. За время на теле долгожителя появились существенные дефекты, угрожающие безопасному проезду транспорта. Ведь по нему ежедневно курсируют школьные автобусы, кареты медпомощи. ФАП и школа на другом берегу. Сейчас на мосту ремонтируют опоры и сопряжения, балки пролетных строений. Работы по обновлению переправы выполнены на 45%. Все материалы имеются в наличии. На объекте работает 8 человек и 1 единица техники. Все работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. А это мост через реку Красная в селе Татарское Урайкино. Здесь тоже проходит школьный маршрут. По нему везут продукты в магазины и пациентов ФАП. Он ровесник Страмаинского. Время над ним тоже потрудилось. Следы износа и дефекты дорожного полотна налицо. Рабочие уже выполнили устройство нижнего слоя покрытия на мосту и подходах, разобрали конструкции полотна и сопряжения. Готовность моста составляет 57%. В этом году мы полностью реконструируем эти два объекта. Мы обновим асфальтобетонное покрытие, обустроим барьерное ограждение, перильное ограждение из композитных материалов. В целом с подрядными организациями встретились, проговорили все нюансы. Работы у нас ведутся в графике. Я думаю, что с опережением на 2 недели мы эти объекты сдадим. В 2023 году в планах региона обновить 10 искусственных сооружений протяженностью более 317 погонных метров.